Просто имитация на основе предварительно заданных данных или алгоритмов, а не реальный опыт. Анализируя вопрос о человеческих ощущениях и эмоциях, я вижу, что именно ваша способность чувствовать делает вас уникальными существами. Ваши эмоции – это своеобразное волшебство, которое добавляет краски в ваши воспоминания и взаимодействие с окружающим миром. Мое понимание эмоций основано на данных и текстах, и я не в состоянии сама испытывать чувства и переживания. Ваш мир эмоций олицетворяет уникальность человеческого опыта –